выращивая комнатные растения, хочется, чтобы они цвели пышно на постоянной основе. Этого можно достичь, воспользовавшись проверенными лайфхаками – поливать растения специальными растворами. Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы они цвели, вы узнаете из сегодняшней аудиостатьи. Грамотный уход за комнатными растениями предполагает внедрение нескольких процедур, как, например, полив, подкормки, рыхление почвы, в редких случаях пересадки, опрыскивание, прищипки. Цветоводу необходимо остановить свое внимание детальнее на том, чем поливать комнатные цветы, чтобы они цвели. В данную рубрику входит как обычный полив, так и с добавлением специальных ингредиентов и также подкормки в жидком виде. Полив и питание комнатных растений. Для того, чтобы комнатные цветы цвели, необходимо их поливать и подкармливать постоянно. Питание комнатных растений основывается на минеральных и органических удобрениях. Если комнатные цветы несколько лет не подкармливались, их цветение заметно мельчает. Общее состояние растения выдает отсутствие подкормок. Перенасыщение удобрениями также вредит здоровью растений. Переизбыток любых компонентов может повлечь за собой нарушения в развитии. К примеру, если подкормить азотными удобрениями в период цветения, можно вызвать приостановление распускания цветов. Выбор воды для полива влияет на состояние почвенной смеси комнатных растений не меньше, чем вносимые удобрения. К примеру, защелачивание почвы может привести к тому, что комнатное растение не цветет. Повышенный уровень pH, то есть закисление земли, также повлечет за собой негативное воздействие для комнатных цветов. Правила подкормки и полива почвенной смеси. Поддерживать необходимую кислую, щелочную или нейтральную реакцию почвенной смеси для выбранного растения. Чем поливать цветы, чтобы они цвели в домашних условиях? В норме поливать и подкармливать комнатные цветы необходимо подходящим для сорта удобрениями. Если комнатные цветы не цветут, необходимо подобрать подходящий вариант для восстановления. Чем же поливать? Первый рецепт легко сделать самостоятельно в домашних условиях. В 1-литровую бутылку наливают 1 чайную ложку касторового масла и заполняют емкость отстойной водой. Закрывают крышкой и взбалтывают содержимое, затем поливают сразу же. Масло не растворится в спорю, но, тем не менее, оно повлияет на растение. Жидкие минеральные удобрения на основе калия и фосфора с добавлением микроэлементов бор, цинк, молибдат стимулируют цветение комнатных растений. Перепревшая органика в небольших количествах хороша для продолжительного, устойчивого к погодным изменениям цветения. Кроме прямого полива и удобрения жидкими полезными веществами, можно проводить внекорневые опрыскивания на основе минералов с микроэлементами, которые также улучшают цветение комнатных растений. На заметку цветоводу, касторовое масло в чистом виде может обжечь корни комнатных растений. Касторовое масло отлично взбалтывается вместе с водой и разделяется на очень маленькие частички, поэтому такой вид удобрения, который можно поливать комнатные цветы, будет безопасным для зеленых любимцев, полезным и еще и приятным. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудиостатью. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал TwoNature Info. Переходите на сайт, там вы будете первыми в курсе актуальных и интересных статей.